представить моего коллегу Георгий Черданцев и Константин Генич вместе с вами сегодня на этом матче. Поехали! Ну и нам показывает сейчас состав команды хозяев. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Это состав Рена. 4 игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Посмотрим за этой атакой. И как пробил. Людовик Бай. И пробил. Красиво сыграл вратарь. Где показывает на угол поля. Самое скопление игроков. Угол. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Итак, у нас аут. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Тут может... Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. И это удар! Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Да что ж творится-то сегодня с обороны, а? Ну, я бы тут не стал сильно ругать защитника, просто нападающий сыграл идеально. 1-0 в нашей игре. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Тут я... Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Ну что, мастерски отработал арбитр, не забыл то нарушение, после которого он позволил продолжить атаку, и вот теперь игрок наказан. Ведь ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой выбор. Пролетел мяч. Чуть пониже, и мяч точно попал бы в сетку. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Тут его прижимают, не дают пространства. Удар нужен! Но забивать же нужно было. Все условия для гола, а он не попал. Много ли будет таких моментов в сегодняшнем матче, Георгий, а? Тем временем-то команда проигрывает. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Удар! И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Блестяще. Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. После ответного мяча у нас 1-1. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Отлично сыграно, надо решать. Ударище просто. Хорошая игра защитника, чисто сыграно. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасно. Потрепал он нервы вратарю и защитником таким ударом. Да, он действительно классно пробил головой. И если бы мяч попал в угол, скорее всего, был бы гол. Но мяч прошел рядом со штангой. Мяч перешел к другой команде. Пока неплохо. И как пробил. Здесь защита справляется, мяч отобран. Мяч ушел в аут.
Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Посмотрим за этой атакой. Удар! Такое впечатление, целил в угловой фланг. Со второго этажа прямиком в аут отправляется мяч.